Президентом Эстонии впервые стала женщина. За кандидатуру Керсти Кальюлайд проголосовал 81 депутат при необходимых 68 голосах. Отмечу, она стала единственной претенденткой на пост главы государства. В должность президента Кальюлайд вступит уже 10 октября. Напомню, выборы президента в Эстонии прошли повторно. В августе в ходе первого этапа парламент не смог избрать нового президента, поскольку ни одному из кандидатов не удалось получить хотя бы 2/3 голосов. В сентябре на заседании коллегии глава государства вновь избран не был. После этого, согласно регламенту, выборы президента снова начались в парламенте. К слову, Керсти Кальюлайд занимала ряд руководящих должностей в банковских и деловых структурах, была экономическим советником. С 2004 года представляла Эстонию в Европейской счетной палате.